Всем привет, дамы и господа, с вами Роман Алябьев, это видеоблог из Германии. Только что узнал, оказывается, если просто на селфи-камеру показать вот так ладонь, то она делает фотку. Вот порой не знаешь даже, сколько функций есть у тебя в каком-то гаджете. И я вот купил другие всякие камеры, гаджеты, вот DJI Osmo Pocket, весь этот эквипмент. Я думаю, просто нужно собрать кучу и продать, потому что одного флагманского смартфона для ведения канала вполне достаточно. Значит, о чем, собственно, пойдет видео? Видео пойдет об вот этой книжечке. Вот с Ильей я на самом деле достаточно давно знаком, но относительно. Илья Пономаренко, он сделал такой замечательный e-book, да, то есть онлайн-книгу, она существует в PDF, и 5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля. В Германии, подчеркиваю. Вот, и вы знаете, бывает такое, что какая-то тема появляется в вашей жизни, и потом, даже если ты игнорируешь, то она встречает как бы тебя с других сторон всяких заходит, и так получилось в этот раз. Это видео, это не просто отзыв будет на эту книгу, я еще не полностью изучил, но все сошлось вовремя. Смотрите, что у меня есть. Это куча футболок. Вчера я забрал посылку из UPS. Я не знал, что там. И потому что я ничего не заказывал. Я открыл и там увидел вот таких две футболочки. Вот одна. Вот вторая. Сейчас вы поймете, к чему это. Они одинаковые. И третью вам еще покажу. Значит, смотрите, Илья в своей книге описывает 5 конкретных способов, как можно организовать своего рода небольшой автономный бизнес, который пассивно должен вам приносить деньги. Первое – это футболки. И здесь вот прям со всех сторон эта тема просто меня постоянно где-то встречает. У меня есть друг Александр Вайнберг, и у меня есть еще очень интересный знакомый дизайнер Климинов. И вот смотрите, Климинов делает вот такие футболки. Вот он мне подарил футболочку, вот кто в Фейсбуке есть у меня. К сожалению, она у меня помятая, после стирки я еще ее не погладил. Вот. Он в Инстаграме, можете посмотреть, у него много разных интересных дизайнов. Причем иногда реально вот, ну, креативно. Видно, что продумано и прикольно. Вайнберг тоже на пути развития, тоже делает дизайн. Это, кстати, Вайнберг мне выслал по ошибке. Он должен был прислать футболки со своим дизайном. Вот, и я их буду надевать на стрим. Ну, в качестве дружеской такой рекламы. Но и мне на самом деле нравится. Вот Вайнберг рисует также пиджаки, я видел, пальто. Очень интересно. И он работает в этом плане, развивает бизнес. Значит, по поводу Ильи Пономаренко, по поводу футболок. Почему бы и нет, подумал я. Имея вот такой инструмент, как просто компьютер, можно скачать программу, которая делает дизайн. Здесь в книге описано, какие сайты можно использовать в качестве инструмента дропшиппинга. То есть вам, в принципе, достаточно иметь просто комп и подключение к интернету. Ну и немножко креатива. Вы делаете дизайн футболки, к примеру. Загружаете ее на ту платформу, которую вы можете узнать из книги. И там ее, там уже все в одном комплекте получается, что вы просто загружаете этот дизайн. И когда находится клиент, который заинтересован в этом дизайне, в такой футболке, тогда он заказывает, а вы получаете как бы свой процент. И фишка в том, что это работает абсолютно автономно. И таких методов там несколько. Я думаю, что для многих начинающих это было бы интересно. Вот я как раз сегодня, вот видите, как все совпадает. Когда мылся в душе, я слушал, переслушивал, скажем так, Роберта Киосаки, и он говорит то же самое. Нужно работать над активами, да, то есть, чтобы коммерчески получить, достичь успеха, нужно работать именно, чтобы у вас были активы, которые пассивный доход вам обеспечит. Это, конечно, все уже заезженные фразы и так далее. Есть тысячу, миллион всяких тренеров и так далее. Но я хочу вам что сказать. Просто нужно практиковать. Вот Клименов, он неплохо продает. Я заметил, вот когда он меня сфоткал в этой футболке, выложил на Facebook, отметил меня, то одна знакомая, увидев
эту футболку, эту фотку, у него такую же заказала. Вот такая футболочка стоит на минуточку 35 евро. Напишите в комментах, как вам такой дизайн. Да? Ну и качество должно быть хорошее. Вот Вайнберг, например, он почему еще не продает активно свои вещи? Потому что он ищет хороший покрой. Вот я с ним вчера разговаривал. Хороший пошив ему нужен. Качество материалов, понимаете? То есть на самом деле, ребята, это не просто хобби. Если к этому отнестись серьезно, а многие мне пишут в личку, спрашивают, вот типа, какой там бизнес посоветуешь, Гибербы там какой-то, да, что-то, ну как-то Небенбай, например, рядом, с, вот человек работает, и к этому уже еще добавить какой-то небольшой бизнес. Поэтому в этом плане вот такой бизнес с футболками было бы очень интересно. Может быть, я тоже даже займусь этим. Я думаю, если это мне постоянно попадается на глаза, может быть, мне этим заняться тоже. Потому что, если честно, футболку с классным принтом в Германии купить не так уж и просто. А если и находишь такую, то она стоит там 50, 60, 90 евро. Да? Hugo Boss делает неплохие принты иногда. Лакост, но это дорого. Почему бы мне не сделать тогда свой бренд? Вот. Ну и чтобы этот бренд был действительно не только свой для себя, но также его можно было и продавать, и что-то на этом зарабатывать, можно обратиться вот к этой книжечке. Я так считаю, это мое мнение. На самом деле, я попросил сделать видеоотзыв, он мне эту книгу подарил уже, наверное, больше чем полгода назад. Сори, что я с этим так затянул. Это не проплаченная какая-то реклама. Конечно, эта книга не даст вам, хотя хрен его знает, ну, в общем, вы не станете миллионером, потому что все книги, которые обещают вам стать миллионерами, у меня вот, наверное, даже есть такие, там, что-то миллионер с нуля, там, вообще бизнеса с нуля не существует. Или там миллионер там за 31 день, там, это все бред, полный бред. Но какие-то практичные вещи, и что больше всего мне понравилось вот здесь, это вот конкретные ссылки на конкретные порталы, которых я знать сам не знал, да. То есть есть, оказывается, какие-то компании, вот, которые, например, тебе полностью just in time предлагают весь твой бизнес сделать, вот дропшиппинг оформить, полностью бухгалтерия там ведется, все, понимаете, и также по поводу загрузки, там корректировки, правильный формат дизайнов и так далее, оказывается, да, можно все делать сегодня уже просто имея смартфон, там планшет или компьютер, вот так вот. Поэтому, ребят, я приглашаю обсудить с вами, со мной, давайте обсудим эту тему у меня в комментах под этим видео. Вот, кто захочет, сайт Илья Пономаренко, ссылочка в описании, инстаграм Климинов тоже будет в описании, можете заказать у него какую-нибудь футболочку хорошую. Вот, тоже мне многие, есть что-то, что мне не нравится у него, но есть классные дизайны, сразу скажу, причем вот они очень хорошо подходят именно вот нам. Просто подходит. И я возможно, вот он мне не платил за эту рекламу, но я могу сказать, что некоторые футболки вам точно понравятся. Потом зайдите и напишите в комментах, что да, действительно, Роман Алябьев сказал правду про дизайн. Вот, на Вайнберга не знаю, ссылочка будет или нет. Поищу в любом случае, Саша, тоже желаю успехов. И ждите, может быть, я скоро тоже стану дизайнером. Почему бы и нет на самом деле? Ведь сегодня так просто, каждый из вас может сделать бизнес из собственной фантазии. Просто нужно креатив, нужно что-то такое, такой принт напечатать на футболке, которого просто еще не было, и чтобы он был одновременно и остроумный, и современный в тренде, ну и красивый. Вот. На этом все. С вами был Роман Алябьев. Всем удачи. Пока.